не понимаю, почему просто не добавить клея? Поверь, Сэмми, у нас получится. А если нет, это будет интересный эксперимент. Привет, ребята! За нашим спором чуть не забыли с вами поздороваться. Мы тут решили сделать слаймы. Без клея. И без борокса. Мы такого еще не делали. Потому что это странно. На чем будут держаться наши слаймы? А я считаю, что нужно провести эксперимент. Ставьте лайки, если согласны со мной. Ты ведь будешь мне помогать, Сэмми? Конечно, Сью. Я люблю эксперименты. А если у нас ничего не получится... Вокруг будет много липкой слаймовой чепухи! Итак, эксперимент номер один. Слайм, сделанный из шампуня. Я специально выбрала прозрачный шампунь яркого цвета. Потому что все слаймы яркие, как звезды. Да, именно поэтому. Теперь нужно хорошенько посолить наш слайм. Погоди, что? Зачем? Это необходимо для того, чтобы создать плотную структуру слайма. Ясно. Осталось перемешать наш слайм и оставить его в покое на несколько дней. Соленый слайм. Не уверен, что смогу привыкнуть к этой мысли. Готово! Нашему слайму понадобится примерно 6 дней, чтобы высохнуть. Так долго? Что же мы будем делать все это время? Конечно же, делать новые слаймы! Итак, Сэмми, ты готов увидеть результат? Спорю на шоколадку, что ничего не вышло. Посмотрим. Похоже, ты проиграл. Да, я сам проверю. Тебе придется убрать от слайма руки для чистоты эксперимента. Хорошо, мистер эксперт. Не сработало, Сью. Так что, похоже, ты проиграла. Похоже на то. И где моя шоколадка? А печенье сойдет? Спасибо. Приступаем к эксперименту номер два. Эй, Сэмми, не уноси соль. О, нет, только не это. Спасибо. Для этого слайма нам понадобится всего лишь жидкое мыло и соль. Значит, еще один соленый слайм. Это новый рецепт, Сэмми. Помнишь, мы делали слаймов единорожек? А вы, ребята, помните? Ставьте лайк, если да. Я помню, было круто. В этот раз тоже здорово получится. А соль нам заменит клей. Ну хорошо, ты меня убедила. В соленом слайме нет ничего плохого. Рада это слышать. Итак, наш второй слайм будет готов примерно через неделю. Жидкое мыло так долго сохнет? Может быть, слайм высохнет быстрее. Давай подождем и посмотрим. Это еще не слайм, но уже и не жидкость. Думаю, надо еще немного подождать. Мы уже и так долго ждем. Ладно, так и запишем. Эксперимент на 70% удался. Похоже, экспериментатор из меня так себе. Да, жаль, что результат всегда один. Смотри, это просто какая-то бесформенная жижа. Я немного расстроена. Сью, где ты взяла эти рецепты? Они из книги «Очевидные и невозможные»? Очень смешно, Сэм. Надеюсь, твой эксперимент сработает. Я умываю руки. Я слайм-профессор. Можешь на меня рассчитывать. Эй, Сэмми, угадай, что мы сделаем сейчас. Что же? Это будет совершенно прозрачный слайм. Вау, это будет потрясающе. Мне самой не терпится увидеть результат. Ты опять используешь шампунь? Все верно! Прозрачный шампунь для прозрачного слайма. Нам также нужно добавить немного воды. Вот так. Воды должно быть где-то в 4 раза меньше, чем шампуня. Иначе слайм окажется слишком жидким. Это точно! Чтобы активировать слайм, мне потребуется винный камень. Нам нужно просто слегка присыпать слайм сверху и оставить его минут на 15. Как? Опять ждать? Боюсь, что так, Сэмми. Если мы хотим сделать прозрачный слайм, придется подождать, пока винный камень немного осядет. Вот так? Отлично! Что ты делаешь, Сэмми? Я вошел в режим ожидания. Ты что, будешь так стоять 15 минут? Я в режиме ожидания. Ладно, я пока посмотрю готовность наших слаймов. Как дела, Сэмми? А, я вижу, ты все еще в режиме ожидания.
Интересно, сколько еще осталось? Сэмми, 15 минут прошло. Наконец-то! Я думал, что больше не выдержу. Это была настоящая пытка. Ты отлично потренировал навыки терпения, Сэмми. Вот наш чудесный слайм, прозрачный и такой тягучий. Отлично. Осталось только убрать всю лишнюю воду, чтобы слайм не был слишком липким и смог принять любую форму. Похоже, очень важно избавиться от ненужной воды, так что не пропустите этот шаг, ребята. Все сделано. Этот мистер будет сушиться всю ночь. А что, не так уж и долго. Мне нравится. Да уж, Сэмми, ожидание тебе не просто дается. Шутишь? Я ненавижу ждать. Ну уж, в этот раз я справлюсь. Отлично. Пока Сэма нет, давайте проверим слайм. Думаю, получилось. Аккуратненько его возьмем. Он готов! Думаю, такой эффект дал наш винный камень. Теперь я с гордостью могу сказать Сэму, что мой эксперимент удался! Вы только посмотрите! Обожаю слаймы! Ла-л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 а! Привет, слайм-профессор! Ну, что скажешь? Выглядит очень реалистично. Мое почтение. И все? Ну, у меня есть еще одно печенье. Это уже что-то. Так что за эксперимент ты хотел провести? Я нашел этих ребят в нашей ванной и решил, что из них тоже получится отличный слайм. Так, что тут у нас? Ополаскиватель для рта и гель для умывания. А знаешь, это прекрасная идея для эксперимента. Ура! Как я могу помочь тебе, Сью? Дай подумать. Полагаю, ты можешь проследить, чтобы все пропорции у нас были соблюдены строго рецепту. Да, мэм. Стой! Что? Нужна была всего капля. Сэмми, не пугай меня так. Я помню, что нужно добавить всего капельку ополаскивателя для рта. Ребята, не забудьте перемешать немного. Ла-ла-ла-ла-ла. Отлично. А теперь я добавлю немного воды. Совсем немного. Молодец, Сью. Сэмми, обязательно так пугать меня каждый раз. Я просто ответственно выполняю свою работу. Тебе вовсе не нужно кричать. Ребята, для этого слайма нам понадобится йодированная соль. Это все из-за геля для умывания лица. Его активирует йодированная соль. Ты добавила всего щепотку соли? Да, я добавила совсем немного соли. Спасибо, что не кричал на этот раз, Сэмми. Всегда пожалуйста, Сью. А что, если мы сделаем этот слайм цветным? Почему бы и нет? Давай попробуем. Добавим одну маленькую капельку и хорошо перемешаем. Мне нравится, как он выглядит. Нужно добавить немного шампуня. Последний штрих. Добавим в наше синее море кокосовую воду. Осталось только положить наш слайм в холодильник на 4 часа. Всего на 4? Не могу в это поверить. Может потребоваться больше времени. Мы проверим. Это же эксперимент, забыл? Хорошо, давай подождем. Итак, пора узнать результат, ассистент Сью. К вашим услугам, профессор Слайм. Приступаем. С удовольствием. Давайте начинать. Вау, текстура просто идеальная. Сейчас достанем его и попробуем замесить. Я думала меня ничем не удивить, но Сэм и его эксперимент просто вышли из-под моего контроля. Ребята, вам нравится слайм, который сделал Сэм? Если да, ставьте лайк. Думаю, Сэм достоин нашей поддержки. Вы только посмотрите на этот слайм. Как будто я держу в руках море. Вау! Ла-ла-ла-ла-ла! Сью, вообще-то это мой слайм. Конечно, вот, держи. Вот увидишь, мне поставят много лайков. Ну что, Сэмми, тебе понравилось ставить эксперименты по созданию слаймов? Еще бы, Сью! Это просто слайм-тастично! Отлично сказал! Мне было очень весело! Надеюсь, вам, ребята, понравилось ставить эксперименты вместе с нами! Ставьте лайки и пишите свои варианты изготовления слаймов! Да, будет интересно взглянуть на ваши идеи! Мне кажется, мы заслужили мороженое! Что скажешь, Сэмми? Настоящее? Не из шампуня или мыла? Нет, Сэмми, самое настоящее! И оно ждет нас на кухне! Всем пока! Уже бегу! До скорых встреч, ребята! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не потеряться!